Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и сегодня мы отправляемся в путешествие на Северный полюс вместе с Котей и Катей. А котики, вперед! Помоги Коте и Кате отыскать в коробке предметы для нового приключения. Ага, у нас там утята в коробке, а потом корзинка для воздушного шарика и мышонок игрушечный. Давайте быстренько это найдем. Итак, вот мышонок. Есть, вот утята, все втроем. И вот корзинка с воздушным шариком. А, еще компас. Как же путешествие без компаса? Отлично! Ты помог друзьям найти все нужные предметы. А, ну разве это все предметы, которые нам нужно брать с собой? По-моему, мы что-то забыли. Давайте посмотрим. А, помоги Коте и Кате отыскать в коробке предметы для нового приключения. У нас здесь колокольчик, мы еще не взяли. Капитана, который нам будет помогать в путешествии. Да, карандаш, чтобы что-нибудь записывать. И бабочку. Ну, бабочка, наверное, для красоты. Вот бабочка сверху у нас такая красивая. А вот колокольчик, чтобы все слышали, что мы летим. Опять же, компас у нас был. А, карандашик. Капитан. И утенок какой-то у нас. Не поместился первый Отлично. Раз, да? Отлично! Ты помог друзьям найти все нужные предметы. А, конечно, можно было еще там что-нибудь искать, но мы не будем. Отправляемся вперед. Собери воздушный шар, на котором Котя, Катя и утята смогут отправиться на Северный полюс. Так, собираем воздушный шарик. А у нас здесь время получается... Нет, у нас времени здесь нет, у нас здесь попытки. То есть мы должны правильно все установить. А воздушный шар мы можем собирать любой, какой нам нравится. А давайте... А Катя, наверное, хотела бы розовый, она же девочка. Поэтому ставим розовый шарик. Так, переключаемся теперь на на вот эти всякие ванночки, да, у нас. А я думал, это должно быть как коробки, да, но это ванночки. Мы же с утятами будем путешествовать, а поэтому нам нужно, чтобы там была водичка для утят. А поэтому вот можем поставить ванночку с водичкой. Прикольная Wow. такая будет у нас конструкция. Так, куда же воздушный шар без штурвала, без руля, скажем так. А вот такой прикольный с этими... С воздушными шариками, да? Давайте поставим. Интересно, он не развалится сразу, как только мы полетим. А скоро узнаем. А, и винтик. Ох ты, какой красивый винтик. Мне нравится, такой яркий-яркий. Ты помог друзьям построить прекрасный воздушный шар для полета на Северный полюс. Ура, котики, вперед! Поверни так, ну что ж, поверни компас так, чтобы красная стрелка совпала со значком Северного полюса. Ага. Это, по идее, легенькое задание. Вот так штуковина. Просто мы вот так вот его вертим. В какую сторону я бы ни шла, как угодно, да? Стрелка всегда показывает на север. Вот. Все, повернули. Молодец. То есть это такая мини-игра, ты совсем помог, мини. То есть Катя, больше ничего сделать не нужно было. Хотя мы можем еще раз поверни... это сделать. Вот так штуковина. Вот, раз. Какую и все, то есть здесь все просто. Шла, компас на самом деле на штука несложная. Кате правильно повернуть компас и найти направление. Можно на теперь лететь полюс. Уже на Северный полюс. Нажимая пальцем на компас и на препятствие, не дай мышкам забрать компас у Кати. Ага, мышки захотели забрать компас, потому что он такой красивый, блестящий. Нам получается нужно на мышку нажимать, чтобы она пряталась, либо перепрыгивать. Ай! Если мы нажимаем на мышку, то это теряется очень много времени. Вот, допустим, нажал. Ну, компас, в принципе, прокатился, да? Вот, можно, конечно, если успеваешь нажимать, а если не успеваешь, то вот видите, он останавливается, поэтому лучше просто прыгать. Тогда он никуда не останавливается, можно даже вот... Ай, нет! Неправильно нажал. Лучше заранее как-то вот так вот прыгать. Опа! Ого! Ого, через две мышки даже перепрыгнул сразу. Вот это да! Ой, все-таки влетел в эту мышку. Так. Еще немного. Опа! Ну, там осталось нам... О, класс, через две мышки. Все, долетели.
Замечательно! Ты не дал мышкам забрать компас у Кати, но он попал в пруд. Что же делать? Помоги котикам и утятам правильно разместиться в воздушном шаре. А, давайте. А вот и вы, и Катя. У нас тут силы это есть, поэтому сложного ничего нет. Давайте начнем с нашего штурмана, с Кати. На корме она у нас расположится. Так, потом нужно утят. Они все у нас одинаковые, поэтому без разницы, как мы их расположим. Главное, чтобы втроем вместе. Ну и последнего у нас Котя по центру, самый тяжелый. Ты правильно рассадил друзей в воздушном шаре, и теперь они могут отправляться на Северный полюс. Ну что, полетели? Показывай пальцем картинки, на которых нарисована история, рассказанная Катей. А какая у нее история? Где наш компас? На меня напала злая мышь и стащила его. Ох ты, злая мышь на нее напала. Вот такая, наверное, да, злая? Она ж такая и была. Она была не злая, она просто хотела компас маленькая поиграться. Маленькая мышь унесла большой компас? Нет, эта мышь была с дом. С высокий многоэтажный дом. Так, она была большая. Вот она такая была, да? Ого. Надо отобрать у нее компас. Катя, куда она убежала? Нет же, чего непонятного. Мышь была огромной. Она его съела. Вот, у нас один вариант остался. Катя, ты распугала утят. Утята поняли, что без компаса лучше дальше не лететь. Поэтому спрыгнули. А домой, в общем, вернулись, да? Молодец. Так, ну что же будет дальше, мы сейчас узнаем. Нажимая пальцем на деревья и тучки, помоги воздушному шару миновать препятствия. Так, Катя, да, без компаса, куда конечно. Я не вот мы нажимаем на деревья, на тучки нажимаем, прогоняем их. Ой, вот как-то он летит. Очень даже плохо. Наш воздушный шарик, но мы ему поможем. Все разгоним. Куда-нибудь да залетим. Сомневаюсь, что у нас Северный полюс. Может, нам, как всегда, папа или мама помогут в нашем путешествии. Вот, мы почти прилетели. Отлично, успели на 3 звездочки. Ты помог воздушному шару миновать препятствия. Но что же произошло дальше? А правда, что же произошло дальше? Давайте узнаем. Помоги папе котиков переодеться в таинственного незнакомца. Да, сейчас папа все-таки к нам придет и нам поможет. А такой вот хочется немного яркий костюм. Пускай будет такой нарядно яркий костюм. А вот у нас кофточка там такая. А дальше в руки пускай у нас будет волшебная палочка, да, у нас папа волшебник. А дальше кепка, ну у нас кепка такая под одежду пускай тоже с цветочком будет. Это, конечно, больше похоже на маму, но если представить пляжный вариант, на пляже тоже все такое яркое в цветочке. А и шарфик такой, не знаю какой, пускай будет красный под кепку. О, вообще красавец, как пионер прям. А, и усы. Но усы мне какие-то не нравятся. Никакие. Может, такие. Ты помог папе котиков переодеться. Интересно, узнают ли его Котя и Катя? Так, ну конечно же они узнают. Они шумные у нас. Нажимая пальцем на препятствие и на компас, помоги ему побыстрее скатиться вниз. Так, это получается, мы теперь начинаем все делать правильно, да? А у нас опять мышки будут? А, нет, у нас теперь травка, а не мышки. А, нет, и мышки тоже. Ого, и травка, и мышки. Ничего себе. Нужно и камни теперь. Ох ты. Ой. Это будет сложнее уже, чем в прошлый раз. А, камни мы тоже разбивать можем, оказывается. Ох ты, прыгать через 3 даже. Ха, класс.
Вот это да. Ай, только через эту мышку не прыгнули. Начало было классное. Мы можем и прыгнуть, и нажать на это все дело. Опа. Ай, мышка. Мышка, уберись, уберись, уберись. Камешка тоже уберись. Оп. И через мышку. Ай. Ай, кустик. Кустик меня словил. Мышка, мышка, прячься. Да прячься, говорю. Мне прокатиться нужно. Я колобок, колобок. Ох, мышка по голове получила. Компас опять попал в пруд. Интересно, признается ли Катя, что опять потеряла компас? Ну, сейчас посмотрим. Нажимая на кнопки, помоги утенку ловить пузыри с воздухом, чтобы доплыть до компаса. А, ну да, конечно же, утята, они ж любят нырять, поэтому утята нам компас сейчас притащат. Так, вот пузырики, ныряем. Окей. А, стрелки вправо-влево нужно, я понял. Ай, ого. Еще. Ниже, ого, ого, ого. Вот он компас. Получилось, только почему-то очень медленно. Я сразу не понял, а думал, как-то по-другому нужно. Так. Ух ты. Ай! Где воздух? Воздух, воздух нужен. Вот, ай, чуть-чуть в сторону нужно было. Опять не успел. Сложно, потому что я на компьютере играю. Мне переключаться с одной стрелки, с одной стороны экрана на другую. А, где воздух? Да ловишь ты его воздух, лови, 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 лови. Не получается у меня его хорошо ловить. Вот только в конце почему-то все выходит. Помог, ладно, неважно. Помоги воздушному шару огибать препятствия и долететь до Северного полюса. Хорошо. Так, нам теперь опять нужно вверх-вниз. Ой-ой-ой. Так, что у нас там? Тучки. А снизу деревья. Ай-яй-яй. Летим. Главное, чтобы не лопнул наш воздушный шар. Как в прошлый раз. Ой, зацепился немного. Бывает. Со всеми. Ой, зачем мне вниз? Мне вниз не нужно было, а теперь нужно вверх, наоборот. Ну, по-моему, сейчас все успеваю. Вот мы уже почти долетели. А у нас еще запас большой времени. Yeah! Да, отлично. Прекрасно. С твоей помощью Катя, Котя и утята смогли быстро добраться до Северного полюса. Да, это было действительно быстро. Помоги друзьям выбрать предметы, которые им пригодятся на Северном полюсе. А, ну, не знаю, теплые вещи, наверное, нужны. А, так, кораблик нам точно там не нужен, да? Бабочка, я думаю, ни к чему, она там замерзнет. А в ракетке играть, ну, не знаю, наверное, нет. А санки нужны. А в каждой, получается, из каждых шести мы один должны выбрать. Так, ну, подводная эта маска и трубка точно не нужны. Цветочки, самокат. А вот, кстати, курточка и эти наушники, типа шапочки, да, нужны. Да! Так, снеговик нам на Северном полюсе нужен. Конечно же, мы же туда пришли, прилетели развлекаться, поэтому снимем снеговика. Ну и вот костюм теперь у Коти, то мы для Кати выбрали костюм. Теперь для Коти тоже нужно, чтобы и он не замерз, да! Тем более с лыжами. Катя у нас будет на коньках кататься, а Коти на лыжах. Так, варежки, конечно же, нужны. Вау! Чтоб ручки не мерзли. Ну и валенки, да? Это последний вариант. Ты помог Коте и Кате выбрать предметы, которые им действительно очень пригодятся на Северном полюсе. Ну вот и хорошо. Котя, Катя и утята долетели до Северного полюса. И там слепили большого, нет, большую снежную мышь.
помоги Коте, Кате и утятам слепить большую снежную мышь. То есть мы тут не снеговика лепим, а снежную мышь, да? Чтобы нужно вот так вот катать комки. Ставим. Только хоть он получился у нас. А как нам еще катать? Чтобы сделать снежный ком, какой-то овальный получился. Да, у нас же мышка. Поставь снежный ком. Ну, ставь. Замечательно. О-о-о. Чтобы сделать снежный ком, так, скатываем теперь пальцем. Ухо. Отлично. Какая-то пушка инопланетная. Чтобы получается у нас пока. Ком, о, а так уже похоже на мышку. Так, и давайте наряжать. Ух ты. Пускай будет такая вот мышка у нас. Так, дальше. Шапка, шапка с ушками. Улыбка. Ай, прикол. Улыбка, улыбка. Вот такая. Не знаю, на кого это будет похоже. Так, а это у нас нос. Нос в виде арбуза. А ручки у нас, ручки. Ручки-дрючки. Можно в виде так вот щеток таких. И ножки в виде. В виде. А не знаю. Каких-то палочек таких. Вот такая у нас мышка. Какой красивый снеговик. Ты прекрасно справился с задачей. Снежная мышь получилась очень красивой. Хотела сделать ее покрасивее, поэтому я не спешил, поэтому получил 2 звездочки. Перемещая Котю в стороны, помоги ему ловить снежки, которые кидают Катя и утята. Так, давайте. Ловим. Начинайте. Ого, как слабенько. Кто следующий? Катя, не спи. Вот так. Нам тут целых 10 штук, наверное, словить нужно. Опять утенок. Могли бы и сильнее кидать. Поближе к ней можно подойти? А вообще интересно, он на льду, без коньков, босиком. Как у него это получается? Вот, готово. Еще 2 снежки. Или 2 снежка. Все, порядок. Ты помог Коте поймать все снежки, которые кидали ему друзья. Отлично. Замечательно. Помоги Коте, Кате и утятам слепить и украсить снеговика. То есть, то мы мышь лепили, да? Теперь снеговика чтобы будем лепить. Ну, хорошо. Замечательно. Здесь можно немного ускориться. Над снеговиком чтобы мы не будем ком, издеваться. Отлично. Слепим хорошего, красивого снеговика. Чтобы сделать снежный ком, ого, так это в форме котика у нас, да? А, хотя те же самые у нас эти. Давайте все-таки поиздеваемся. Ай, так. У нас тех уже предметов нет. Давайте ведро. О, вот так. Так, мне вот эта беззубая улыбка нравилась. Так, а что у нас вместо носа? Вместо носа... Пускай огурец будет. И лапки у нас. Лапки. Вилки. О, вилки. Класс. С макаронами он вилки. Прекрасно! Ты помог друзьям слепить замечательного снеговика. Класс! Красавец! Конец! Котя, Катя и утята чудесно провели время на Северном полюсе и вернулись домой счастливые и довольные. И они очень благодарны тебе за помощь в приключении. Вот и хорошо! Северный полюс. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам тоже понравилась эта замечательная игрушка. Ссылочка на нее в описании к этому видео. Здесь есть полная версия, есть бесплатная версия. Бесплатная она только до половины, а полную нужно покупать. Так что, если хотите ее приобрести, то скажите об этом родителям. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось это видео. Поддерживайте его своими лайками и оставайтесь с нами. Пока-пока!